У кого-то есть нужда помолиться за... Давай вместе помолимся. За исцеление в чем-то. Или мы сейчас помолимся. Вот тут масло есть по случаю. Так что если у кого-то есть желание, вы можете... Видишь, не зря не ушла. Инна, иди помоги. Подержи нас. Отец Небесный, просим Тебя за Свету, за дочь Твою. Пусть придет исцеление, пусть придет восстановление по здоровью, по тем нуждам, которые у нее есть пред лицом Твоим. И помазываем, Боже, по Слову Твоему, чтобы пришло восстановление. Пусть она увидит, Господь, от Тебя Твою заботу, то, как Ты любишь ее, защити во имя Иисуса. Мы провозглашаем кровь Христа на рабу Божию Светлану, на дочь Твою. Кровь Христа, защита в крови Христа. Во имя Иисуса я повелеваю всякой болячке, болезни, которая приносит какое-либо поражение телу и жизни Светланы. Убирайся вон именем Иисуса Христа. Болячка, убирайся вон во имя Иисуса Христа. Разрушаю всякое влияние, всякое поражение в теле Светланы. Разрушаю и запрещаю всякому злу действовать, всякой болезни, дух болезни, убирайся вон. Пусть придет вера совершенная, Господь. Вера, которая придет через Твою силу. Вера, которая придет через Твое исцеление во имя Иешуа. Аминь. Аллилуйя. Боже, также просим Тебя за Наоми, за дочь Твою, рабу Твою, Господь. Просим, чтобы Ты принес ей покров, покров и защиту от всякого рода зла, атак, приходящих, атакующих ее. Пусть приходит, Господь, свет Твой. Пусть расступается всякая тьма. Пусть бегут всякие бесы. Пусть приходит сила Твоя, Господь. Сила Твоя. Сила, Дух Святой. Приходи, приходи, помазывай, помазывай, прибудь в доме ее, в жизни ее, могуществом Твоим, Господь, защитой Твоей. Ты как утешитель, Руах Акодеш, просто покрой Твою дочь во имя Иешуа. Покрой по здоровью, покрой, Боже, по мыслям, покрой ее в сердце, пусть всякое волнение, всякое смущение, смятение будет разбито о Твою святость, о Твою силу, Господь. Благословляем во имя Иешуа. Аминь. Можно меня тоже? А ты? За кожу. Ага. Господь, мы просим Тебя сейчас за Пашу, сына Твоего. Просим Тебя, чтобы пришло исцеление на его организм. Поражаем, Боже, именем Иисуса Христа всякую бактерию, всякий микроб или еще что-либо приходящее, чтобы разрушать организм и тело. Во имя Иисуса какой-то вирус поражаем кровью Твоей, Господь. Разрушаем действия всякого рода поражений, которое приходит на тело сына Твоего Павла. Благословляем, Господь, благословляем, благословляем исцелением, свободой во имя Иисуса Христа. Потому что...
чтобы строить царство. Опа. Просто это надежный путь. Потому что в этом смысле есть Божий интерес. Аллилуйя, Господь. Просим Тебя во имя Иешуа, чтобы призвание на Сыне Твоем, Максиме, свершилось, чтобы никакая тьма, никакие привычки, никакое поражение, никакой грех не смогли стоять на пути, который Ты предназначил Твоему Сыну Максиму, Господь. Я благословляю, Боже, пусть он будет силен, чтобы разбить всякое препятствие, чтобы изгнать всякого препятствующего ради Твоей воли, ради Твоего царства. Помажь и укрепи, Господь. Помажь и укрепи, чтобы те дары и таланты, которыми Ты благословил его, они умножались и действовали через жизнь Максима. Пусть все, что Ты дал ему, будет покорено Тебе. Покорено и умножено. Пусть те дары и таланты, те умения, которыми он обладает, пусть он все это умножит и подчинит Тебе, Господь. А Ты благослови, укрепи и помоги, Господь. Твоя любовь совершенна. Твоя любовь вдохновляет и дает нам силы. Твоя верность, Отец, поражает и призывает нас идти за Тобой. Твоя верность Отцу Иешуа, научи нас. Дай нам научиться от верности Твоей, Господь. Я благословляю, чтобы жизнь Максима проходила в соответствии с волей Твоей. Пусть воля, которая на небе, в сердце Отца, опустится на эту землю, в сердце Твоего Сына, и исполнится в Ишем Иешуа. Амен. Здравствуйте.